алкоголу вообще там страшнее атомной войны. Ну посмотри. После Нового года. А почем такие узбеки? А? Узбеки. По рублю. А? Все. Посмотришь? Посмотрим. Ну ты забудешь. Я еще не перебирал. Перебирал еще? А на чем лучше? На водке или на... Это модуль. Немножко что-то неудачно, видать, подпоровал, что... А штрафы или почему? 5 пара. 5 000 пара. Головы вроде хорошие, корпус маленький. А карьеры почем? По пятерке. 5 000 долларов. Римские. А римские? По рублю. По рублю. А вот это как называется этот порода? Дутыш чешский. А, это дутыш. А вот те вот эти вот? А то лохоры. Лохоры? Лохоры. Лохор. Она тоже к мясной породе относится. И почем такая пара? 3 пары. 3 000 пара. Николаевский. Давай я посажу. Давай. Давай, посмотри, если ты забудешь. Так, здесь машина, мы вот здесь поснимаем. Так, красный. Чернокожие. Ясные. Белые. Внутри. Все внутри. Так, там. Куры. Так. Это... Каких носов? А это как порода? Голубой пакистанец. Голубой пакистанец? Да. Они больше как бы на венгров похожи. Нет, это с Эмиратов. Да? И нелегально завозили сюда. И почем такие? Они просто летная порода, да? Просто летные. Это, ну, некоторые там шлепают, а в основном только летят. И почем такие? 500 пар. Спасибо. Так, кролики. Кролики. Большие. Почем такие? 2,5. 2,5. Утки. Так. Потом краб. Здесь. Чубатого. Здесь у нас декорация. Потом желтого вот уже. Так, ебать, черти. Всего понемножку. Да. Тут вот, блядь, желтый. Сидят. Откуда у тебя такие, блядь? Вижу, как. Мои, блядь, иди ты нахуй. Я, ну ты видишь, блядь. И почем такие? А? Почем? Ну, штука. По 1000. По 1000 рублей. Я их в кошель забираю. Ну, это голубь. Ну, это голубь. Ну, мне голубь, то вроде бы голубь. Красноярский белохвост. И почем такие красные? Я не знаю. Я забираю рабочие. На них не молодые. Так. Здесь заглашены. Выполненные мраморные, тоже сизые такие громоносные.
Павлинчики. Молодежь, пискунок, пускай. Все, линяет. Три штучки. Три молодых. Такие куры. С прическами. Кормушки. Хорошие. Ну, такие крикливые. Такие. И почем такие курочки? 500 рублей голова. Нет, на YouTube. Капканы. Да, мы по вас. Мы там уже на рынке стоим. И почем такие капканы? А я не знаю. Ушел. Вон, красная куртка. Ну ладно. Занесли. Так. Занесли. Так у нас четверо, ёп. Там кто-то сидит. Не знаю, что это страшно. Клетки. Клетки и кормушки. Так, лошадка. Так, вот. Почем так вот? А рублю. А рублю. А эти как? Воки лалаки. Воки лалаки. Это таджики. Таджики. И почем такие? 500 рублей голова. Давай еще. Гоняете их что-нибудь? Этих да, а этих нет. Таку нет? Почему? А эти что-нибудь делают? Некоторые делают, некоторые нет. Не все. А почему таку не гоняете? Слишком дорогая, чтобы гонять. Да? Да. Вроде цена уже падает на таку. Как падает, набрал я почем. Вы что так? Да. А благодарнинские почем? 750 голова. 750 рублей. Какие? Благодарнинские. Вот тоже большой такой вольер. Так вот. Так вот, что это. 500 рублей мне за то, что я уговорил его. Лошадка. Вот. Здесь бойная птица. Ну и лед без обмана. И светлоглазые. Юрий, есть, желтоглазые. Да, да. Ты летает. Мне тезка. Добрый. Как? Да ничего. Почем ваши пакистанцы? 500 рублей. А телефончик оставите? Много интересуется пакистанцами. Я не против. Я ролики твои смотрю. Пашки. Спасибо. Каждый день. Я сам сипато. Могу скинуть, как моя птица летает. На WhatsApp мне. И... А? На WhatsApp скиньте, я покажу. Пусть люди посмотрят. И как? Хорошо летает? Ну, если экземпляры летают 10 часов. Ну, а стая летает, я тебе честно скажу, 2,5 часа, если в стае летает. Угу. Так ты скажи, в стае сколько голов летит? 500. 500. Где видно, чтобы такая куча летала 5 часов? Не, 5 часов она не летает, не брыши. Ну 2 часа, 2,5. Ну, с нее постепенно выходят, выпадают. Выпадают. Красиво, наверное, когда 500 штук летает. У меня 100 еле-еле могу поднять, и то не все летают. Я ж тебе говорю, не все летают, выпадают. Ну а как бой? Бьют все или тоже? В основном все бьют. Ну, хуже, слабее туда-сюда. Есть у меня казанские. Ну, просто привозили, вот сын ездил с женой на футбол. Привозили мне оттуда. С Казахстана? С Казани. С Казани, да. Те не бьют.
Но они стоят как жаворонки. Вот он стоит вот так. У него широк, более широкое крыло, они стоят. Ну, понятно. Продиктуй, Юр, тогда телефон. 8-905-465-81-21. Спасибо. Это тоже твоя птица, да? Да, это все. Такие красивые, один в один. А как? Хищник как? Долбит? Бьет. Ну, ты сейчас знаешь, сейчас вот, фу-фу, ну, как скажу, блин, придет. Она уходит в основном от хищника. Вот в метре он уходит от нее. Ну, не без того. Вот, вот эта зараза сверху, вот забрал Светлоградского, я в Светлограде покупал. Тимофей Иванович, такой. Есть у вас он, водичка? Сука, оттуда выпал, бух, а он со стороны отца и немножко отошел, бьет, он его бух и забрал. Свеченное ну, покрестить, Дим. Денем. Денем покрестить. Спасибо. Да. Так что, тезка, я пришлю тебе, как они летают. Хорошо, хорошо, буду ждать. Я их не разрешаю, кучерявые. Желтарям, красноярам. Ну чего ты там еще ходишь? Серьёзно. Статных там набрал. Каски. Статных набрал. Красные. Статных. И почем такие? Какие? Вот красные. И чубы или чубаты? Чубатые, чубатые. Чубатые три пары. 3000 пары. А благодарнинский почем? 2001. Чернохвостые, краснохвостые. Так, вот еще один благодарнинский. С этим делом не дам. Красные ленточные. Почем такие? По 500. По 500 рублей голова. Такие. Это желтые есть. Что вы уходите? Посмотрели внимательно и уходите. Беленькие. Такие. Так, немножко пропустил по перечине сапожка. И почем такие? Полторы? Черные шубаты. Пёрки. Ты молодую найдем, подарю. Ты же знаешь, ты же знаешь. Выберешь такого, дает титул, нахуй мне нужен. А перки почем такие? 500 голова. 500 рублей голова. Чуть-чуть пропустил. Здесь у нас павлины.
павлина. Сизые, сизые такие. А сизые почем такие ваши? По 300. По 300 рублей. Хорошо. Белые. Это тесть. Пошел. Я тоже один. Ну, на хвост, говорит, падали. Молодцы. Какие гарамы. И почем такие гарамы? 500. 500 рублей голова. Дальше у нас идут мясо, вот такие овощные, небольшой блок попугаев, желтые северо-кавказские. Так, подходите, голуби, самая элита Ставрополя. Узбеки, желтые узбеки. А такие почем желтые? Полторы. Полторы тысячи. А эти по тысяче. Ураганбаты, полторы. Вот 30. Вот мрамор тоже. Да не надо, когда приедет, не очень. А почем такие мраморные? По 300. По 300 рублей. На воде распродажа. Да? Аля Ушовские эти почем? 300. Тоже по 300. Да. Здесь по 300. Не хочется стоять и ничего не продать. А что я куда? Понятно. Все скажет, у кропотки не был, такая птица крутая. Да. А мы по утребу есть. Они работают, черт. Их уже таких нету. Это старая порода для Усковского. А у Ляусковских не темный глаз? Это вот на вкус и цвет товарищей нет. Я их держу, этих ляусковцев. Я брал только светлоглазых, а темноглазых я не признавал. Говорят наоборот, вот что если такой глаз, это больше на как Майковский. Цвет, Майковский. Говорю, товарищи, неправильно? Майковские, значит, и ляусковские, это две разницы. Хотя рода одна, узбекская, ташкент называется. Мне как объяснили, если глаз светлый, это Майковский, если темный, то это Ляушковский. А ты его не слушаешь. Это и есть Майковский. Он еще молодой. Ну, мне так просто объясняли. Слышь, он еще молодой, не знает, что такое, не всякое. Короче, это старопородные ташкины. Почем они такие у вас? Да, почем, Толик, будет? Да, под 200. Если оптом, под 200. По 200 рублей оптом все. Ну, мне не нужно. Ну, где бы там сеть пошить? Ну, вот это вам 300. Вот они, ладно, ты пойди, весь рынок обойди. Вот именно вот такую породу ты не найдешь. Не, ну я не спорю, я не знаю, просто как мне объясняли. Сиди темноглазая, вон там, на Усковской. Там черноглазая. И он это. Они я говорю, давай поменяем. Голубая, я говорю, где голубка, кишмишку дай. Если он поменяет, 700 рублей. Такие синие, красные здесь. Черные белоносые. Почем такие черные? Почем такие черные? 500 рублей. 500 рублей. Гониные нет? Ну, молодежь гониная, а эти, честно говоря, нет. Ну, на хвост падали, я их как бы закрыл. Соседом начал ругаться, на крышу садит, построил.
хорошую крышу, и они туда садятся. А, ну это как... А уже вертеться начинали, вон она какая. Понятно. Это маленькие, там уже можно. Это не спасибо. Товарищи. Так, ну ты здесь. Вот это же Леушковский, правильно? Да, Леушковский. И почем такие? 500. Да ничего. Ты хорошо. А ты с кем? Да, вот Володя, нас четверо приехал. А этот кричал, что с тобой поедет. Кто? Федя, Федя. Ничего не поехал. Краснодарский. Ну-ка, дождай-ка, я вот сюда обойду. Пропустил клетку. Ну ладно, стой, стой. Да я сейчас с Андрюхой это. Или ты здесь стоишь? Ага, мы там будем стоять. Право рубить. А ну что так, он, ты же денег идет? Ну ладно, такие сизамурые, длинноносые все, лохматые. Закрой, закрой, возникай. Зачем? Пара панцирных. Все это. Все, опа, немного. Благодарненские тоже. И бесчубы желтые. Батые, черные даже сидит. Хозяев нету. Курочки. Анюта, перезвони. Белый-то уже Николаевский. Николаевский, да. Лопатые. Лопатые. Белые. Кому надо, конечно. Кто-то улетел у кого-то. Ну, если они на них то дали, блин, козлы. Иди, продавай. Павлины. Пошел, захмары! Захмары, уйдеть! Уйдеть, захмары! Подожди, сейчас, сейчас. Чем такие? По 300 рублей. 300 рублей. Набери две пары. Так, там еще головатые есть. Головатые. А головатые почем такие? По 300. Тоже по 300? Да. Набирай все. Все по 300. И рисуй все. Давай. Опыт. Всех по 300. Опыт. Все, что есть. Светка не с машины. Да. Забери четырех, за что тебе там. Пармалинский. Белый. Да. Ну и еще раз. Очень грязно. Здесь машины разъездили с утра. Павлины. Павлины, ну.
внутри. Так. Ну и уже я весь испачкался. Так, сюда не полезу. Такие сизые чубатые. И почем такие сизые чубатые? 500 рублей. И почем такие вот мраморные? Вот эти, Юра, 5, вот эти малячилкари. Эти по 2. Такие. Красивые. Это каканская птица. Как? Скаканда. Скаканда? Это не армавирская порода? Нет. Так вот я ошибся. Это оттуда их вывозилось. Понятно. Спасибо. Я не могу по этим ногам, я сам завожу. В прошлом году первый раз туда вступил, вот эти широкогвозды. Почем такие? 1000 рублей. Пятерушки, я их видел. Валят, блин, летают. Алло, Сергей Николаевич, ну что ты, когда домой собираешься? Я не видел. Эти тоже, все по 1000, да? По 2000. Их наполоскал, не знаю, пар 5. Эти нет, эти подешевле. И это самое, ну я убрал вообще леви в основном. Ну и вот кто из них лучше, вот эти или эти? Одинаковые. И все, да, не просто может быть. Это же 12 пёр. Ну они там 16, 15 есть. Это просто многопёр. Это широкохвостные. Да. Ну, полету я считаю, это наша старая порода голубей. Птица. Это хорошие голуби наши. Летные, вольные. Эти тоже отличные. Мне нравятся и дети. Ну, вот. А как вот из-за хвоста? Вот я держал несколько штук, мне и дарили. Ага. Вот я гоню стаю 100, ага. И вот он из этих 100 забирает именно широкохвостого. Ну, потому что он летает, наверное, отдельно. Нет, он в стае летит. Он со всеми, ну... Он не успевает за стаей, наверное. Не знаю, чуть-чуть медленнее летят. Они красивее, они стоят хорошо, красиво бьют. А если гонять вообще одних широкохвостых, они никогда стаей не летают. Ну да, они... Они, блядь, в рассыпь идут. Понял ты? Каждый себе летает. Так что... Их жалко то, что у них медленно, да, полет, их, зато их сокол забирает. Вот чему я и говорю. Вот так красиво все. Такие узбеки. Как заварковал? Почем такие? Ну, не по 500. А желтые почем? 500. А сейчас нету возможности. А чубатые чья порода? А это как порода называется? Это чайки. Чайки? Чайки. Ну, по незнакомому, да. Просветка какая-то у них. Ну, это шашечка. Вижу, статей нет, брюветы, свиреты. Да и щитковая. Почем они? По 500 тоже. Тоже по 500. И, между прочим, белые эти бойные. А я знаю, да, у меня были такие. Я рад, с дуру. Черные. Короче, лишился, крупные. Все, нет, на день не повез. Черные, красные, белые. И почем такие черные? По 500? Это уже ваша вот как краснодарская порода, да? Они вот подлиннее носы у них. Белоносые. Это доработанные в Краснодарском крае. Они желтые, красные. И как у них лед, бой? Черные вообще летят изумительно. Да, ну очень. Не держал, они страшные. Ромник не гонял. Куда что туда белого залезло? Алло, Александр Иванович?
они красивые. Красивые, большие. А телефончик не хочете оставить? А? Телефончик не хотите оставить? Может, кто-то позвонит, заинтересуется. Продиктуйте просто на камеру. 8-900-18-64-18-92. 164-18-92. А звать как вас? Григорий. Григорий. У нас и так дед много. Северо-Кавказский. А такие почем вот без чубы и красные? Ну, это от штуки и выше. Штуки и выше. Черный бери. Так. С Владикавказа. Ладно, они. Не, ну там таких у вас должны держать. Вот жары порода. Жары там должны. Оттуда. Да нет, жарых уже у нас ничего вот, не. Вот, вот. Ну да, ну это, ну да, это вот, они как у нас называют тагуны. У вас. Уже выбиты жары, и я видел свет намного лучше. Это голуби кирпильские. Уже лучше. Так, ну на этом сейчас я закончу эту часть и продолжу следующую.